Всем привет! Продолжаем моделировать наш чудесный домик. Осталось совсем немного. В этом видео будет минимум комментариев, потому что применяются одни и те же приемы, одни и те же модификаторы, и поэтому как-то вот так. Видео, сразу скажу, 200% скорости, поэтому я это сделал так, чтобы если кому интересно более подробнее посмотреть, то он сможет в YouTube поставить на скорость 0,5 и получится 100% скорость. Приятного просмотра!
Вот и подходит видео к концу. Здесь я доделал окна, сделал крыльцо, начал делать печку. В печке я применил еще модификатор FFD Box. Они есть несколько типов и отличаются тем, что в FFD Box можно регулировать количество параметрических граней самого модификатора. А просто FFD, 4 управляемых, ну сетка состоит из 4 управляемых точек. Чтобы его использовать, выбираем субобъекты Editable поле. Это могут быть точки или грани. И потом применяем этот модификатор, выбираем его управляемые точки самого модификатора. И перемещая вдоль осей, мы добиваемся нужных нам пропорций вида нашей модели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!